Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռանկարի տաղավարում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Շնորհակալություն։ Ալեքսանդր, տեսեք, մենք խոսելու ենք այցի մասին, վարչապետի այցի մասին Բրյուսել, մինչ այդ վարչապետը այցելել էր Իրան, արդյոք այդ հերթականությունը, այդ, չգիտեմ, աշխարհագրությունը ինչ որ քաղաքական ենթատեքստ ունի, թե պարզապես զուգադիպություն է։ Это, конечно, не просто случайность, в общем, понятно, что существует та система координат, в которой Армения существует, да, то есть это взаимоотношения. Наиболее важные наши соседи, наиболее важные наши партнеры – это Россия, это Европа, это Иран. Кто первый, кто второй – это, наверное, не так уж важно, но то, что после того, как премьер, как господин Пашинян стал премьером уже, да, не исполняющим обязанности, а премьер-министром, что его визиты именно в эти страны, это, в общем, довольно логично, и оно должно примерно так быть, потому что, еще и Грузия, да, то есть вот важные страны для Армении, это вот эти страны. Միացյալ Նահանգները սաստկացնում է պատժամիջոցները Իրանի դեմ, իսկ Եվրոպան կարծես թե դեմ է այդ պատժամիջոցներին. Արդյոք այստեղ մենք կարող ենք ինչ-որ բան շահել? Европа неоднородна, ситуация реально немножко сложнее, чем так, как вы сказали, в целом так, но в общем немного сложнее. Вы знаете, это для Армении ведь традиционно. Иран живет в этом режиме как минимум с середины 90-х, если не раньше. Проблема Ирана, американских взаимоотношений, она, оговорка по Фрейду, между прочим, она давно существует, отнюдь не с Трампом она появилась. У него были периоды, когда они были ухудшались, когда улучшались и так далее. И Армения всегда могла, скажем так, находить себя в этих взаимоотношениях. У этого обстоятельства две причины. Первое, всегда можно сказать американцам, и это делается, да, посмотрите на карту, ребята, да, у нас не очень много выбора. И превращать Армению в какую-нибудь Белоруссию, загоняя ее в такие вот тупики, нет для этого интереса у Соединенных Штатов, это раз. И второе обстоятельство – это то, что, может быть, не было неприятно услышать, Армения не самое важное для Соединенных Штатов государство мира, не самое большое, не самое серьезное и так далее, поэтому сделать исключение для Армении можно. Соответственно, Армении всегда удавалось этого добиваться. Проблемы есть, но, в общем, по тем аспектам сотрудничества с Ираном, которые у нас есть, всегда удавалось добиваться возможности и эту возможность отыгрывать как-то, в том числе с американцами. Բուն Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին. Խորը և համապարփակ համաձայնագրի վավերացման գործընթացը դանդաղել է, թե ընթանում է ըստ ժամանակաչափի, և արդյոք, եթե դանդաղել է, արդյոք դրա վրա չեն ազդել այն քաղաքական փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել մեր երկրում։ Случилось это, конечно, да, несколько, я думаю, процесс не очень быстрый, скажем так. Но это, в общем, понятно, потому что, как говорят вот на том языке, на котором я говорю, к сожалению, для телезрителей, да, наверное, на русском, есть такая поговорка: бюрократической бумаге надо приделать ноги. Это означает, что, конечно, оно будет подписано рано или поздно, но в каждой из стран это надо прорабатывать, это надо делать. Кроме того, что есть общее решение Евросоюза, еще должна работать дипломатия, должны работать наши послы. В случае некоторых послов я просто знаю, каким образом и как это делается. Эта работа должна быть сделана. А тут был период, когда, на некоторое время ситуация,
менялось, скажем так. Но работа делается, подписание происходит вот... С Румынией прошло, с Болгарией прошло, с Великобританией прошло. Будет, очевидно, процесс продолжаться и дальше подпишут. Я не думаю, что это может произойти. Дело в том, что до того, как было решение Евросоюза, до этого прорабатывалось это со всеми странами. Кое-какие мини-кризисы там возникают время от времени, да, с разными странами, потому что разные страны по-разному относятся к этому процессу, но по-серьезному, я думаю, что процесс будет пройден, просто для этого понадобится время. Մեր գերատեսչությունները ոչ միայն արտգործ նախարարությունը պետք է աշխատեն այդ համաձայնագրի կյանքի կոչելուն. Այս ամիսներին տպավորություն է ստացել, որ գերատեսչությունները ավելի շատ զբաղված են նախկին ուրեմն ղեկավարների այդ գերատեսչությունների սխալները, չգիտեմ, չարաշահումները բացահայտելով եւ ոչ թե այդ օրակարգով։ Հիմա արդեն կարծես թե հունի մեջ պետք է ընկնի խնդիրը։ Мне очень всегда было неуютно с модальными глаголами. Вы говорите «петьки», «должно». «Должно» – вообще-то хорошо бы, чтобы это было с самого начала. Но обычно при транзите власти, при перемене много внимания обращается вот на вот эти перемены. Да, все понятно, ну, в общем, так бывает. Но, в общем, конечно, надо сосредотачиваться на программах. Программа сотрудничества с Евросоюзом уже в рамках СЕПА, она достаточно серьезная, ее можно было бы попробовать прорабатывать. Повторюсь, не в каждой стране это легко. Иногда не так, чтобы страна не хочет что-то делать с Арменией, а обычно у европейских стран много других забот, и Армения у них не на первом месте, и поэтому нужно над этим работать. Это должно быть целенаправленной работой. И эта работа делается, конечно, понятно, что некоторые были упущения, но я надеюсь, что будет все больше и больше включаться этот механизм, тем более, что, ну, в общем, процесс перемен, как бы, по крайней мере, формально он закончился. У нас есть премьер, есть правительство, есть парламент избранный и так далее. Հասարակ մարդիկ, երբ որ այսպիսի այցերի մասին, հա, ինձ հարցեր են տալիս, գիտեք, չէ, ինչ են հարցնում, փող տալու են, հիմա ես ձեզ եմ հարցնում. Ну вот, как бы мне попробовать для этого обычного человека объяснить, да? Вот у тебя есть какой-то человек или какой-то там знакомый, который может быть твоим работодателем. И он может давать деньги по каким-то причинам, да? Он твой сосед, он, я не знаю, твой дальний родственник, он какой-то просто человек, одноклассник, я не знаю. Для того, чтобы была возможность, чтобы он тебе чем-то помог в своей сфере, для этого ты должен поддерживать с ними отношения. Ты должен заходить к нему в гости, ты должен иногда пить кофе, ты должен поздравлять его с днем рождения его детей. Может и так быть, но если ты не будешь этого всего делать, то тогда ты точно ничего не получишь. То есть ты должен, умными словами это называется, найти модус, да, найти некоторый формат взаимоотношений, который у тебя с ним будет. Вот сейчас речь идет об этом. Просто прибегать с протянутой рукой сразу и говорить, а ну-ка быстренько дайте мне, деньги точно не дадут. Но если будут убеждаться, что это нормальный партнер, что это страна, которая работает в каком-то формате взаимоотношений, что это лидер, которому можно доверять в каких-то вопросах, что у нее есть свои интересы, она каким-то образом эти интересы пытается расположить среди других, то тогда будет от этого и выгода прямая. Так вот напрямую, что приехал, взял деньги и убежал, вот эта вот психология, нет, так не работает. Нужно уметь поддерживать постоянные форматы. Այնուամենայնիվ փող հենց այնպես չեն տալիս, ինչպես դուք ասացիք, եւ պետք է իրականացնել ինչ-որ ծրագ, այսինքն ծրագրերի տակ են տալիս։ Օրինակ, չգիտեմ, դատական համակարգի բարեփոխումներ։ Մենք այդպիսի ծրագրեր ունենք եւ արդյոք մեզ այդպիսի ծրագրեր պետք են, թե ամեն ինչ արդեն դզված պրծած է, կոպիտ ասած։ У нас такие программы есть. Я бы не сказал, что это хорошо отрабатывается. То есть те деньги, которые уже готовы взять, их же тоже нужно освоить. Для этого нужно обладать возможностями эти деньги освоить. Да?
Для этого нужно обладать мощностями для того, чтобы эти деньги освоить и так далее. Это надо наращивать. Ну, там это называется больше за больше. Да? Вот если будет разворачиваться какое-то сотрудничество, если будет видно, что Армения может выполнять те или иные обязательства, те или иные договора, то тогда будут появляться и деньги. Я не думаю, что они появятся гигантские. Я не думаю, что можно ожидать, что прямо вот дождь из денег посыпется. Но для того, чтобы, повторюсь, освоить даже те деньги, которые уже есть, не у нас есть, в Евросоюзе есть, где-то там отложены на какие-то программы, для этого тоже должна быть проведена работа, это нужно делать. Это анзрева Верастани, как Украина и Вера Катацеля, это интегр анзревчика? С Грузией было, да. Грузии было, и совершенно понятно за что, за проигранную войну. В Грузии произошло такое событие, как, ну вот фактически, да, окончательная в политической перспективе потеря Абхазии и Южной Осетии, и это привело к тому, что существенные денежные средства, которые измерялись, ну, десятками, даже дюжинами миллиардов. Ну, больше дюжины миллиардов там было. И эти деньги, они в Грузии, ну, много чему поспособствовали, хотя и некоторые были израсходованы не очень хорошо тоже. Это тоже было. Но очень многие проблемы, которые были у Грузии тогда, мы к нынешнему моменту уже решили. Все-таки Грузию 2004 года с Арменией 2018 сравнивать нельзя. Те проблемы, которые были у Грузии, очень многие, они просто в результате времени. Кстати, очень часто мы обезьяничали и у грузин, простите меня за такое слово, и слава богу, на самом деле. И очень многие вещи были уже сделаны к 2018 году. Ну, например, реформа полиции. Ну, например, реформа этой самой службы ОВИРа, да, вот то, что в Грузии не было в 2004 году. Система экзаменов у государственных служащих. Очень многое в сфере дорожного строительства Грузии. В 2004 году дороги были ужасающие, это совершенно несравнимо с тем, что у нас сейчас, например. Много из этого было сделано. Но, конечно, не надо и умолять. Те деньги, которые просыпались на Грузию, они были действительно огромные. У нас такого не будет. Нет, такого количества денег сейчас не будет. Русастани масин. Гиденк, таснамек тваканин, нранг խանդիտեսարանները են սարքում կամ եվրոպացիները նույնպես սարքում են, հիմա այդ խնդիրը հարթվել վերջացել է, հիմա չենք կանգնելու որևէ երկընտրանքի առաջ. Ну, я бы, знаете, в политике никогда не говори никогда, всякое, не дай бог, может быть. Но, в общем, ситуация другая, конечно. То, что происходило тогда, оно сейчас, ну, не лучше, не хуже, оно в некоторых смыслах даже хуже. Я имею в виду российско-западные отношения, да, но оно другое. Оно не такое, как было тогда. Например, вы вспомнили 11-й, я бы сказал, в 13-м году, 13-й год в Армении имеет больше отношения к Украине, чем к Армении. Вот очень серьезное противостояние Запада и России по поводу Украины, которое тогда было, привело к тому, что мы не подписали ассоциативное соглашение. Вот такого, дела стали там даже хуже, но противостояния такого уже нет. Поэтому у нас есть шанс. У нас есть шанс попробовать продолжать армянскую традиционную политику, которая построена таким образом, чтобы не ставить знак равенства между прорусским и антизападным, прозападным и антирусским, а пробовать соединять, а не разъединять. А верчин харца, артёк мер ղեկավարությունը ստիպված չի երբեմն արդարանալ Ռուսաստանի առաջ և երբեմն անել այնպիսի բաներ Ռուսաստանի համար, որը գուցե և պետք չի անել, ապացուցելու համար, որ մենք արևմտամետ չենք, մենք սորս չենք և այլն. Это тоже надо делать. Это иногда надо делать для России, это иногда надо делать для Запада. Более того, это не иногда надо делать, на самом деле, это надо делать постоянно, перманентно. Перманентно объяснять Западу, что есть проблемы безопасности, в которых Россия для нас важна, и мы не можем поступать по-другому. Перманентно объяснять России, что есть проблемы развития, в которых мы можем получить что-то от Запада и вытеснять нас из этого не очень выгодно России. Перманентно объяснять Ирану про наши взаимоотношения с американцами, наоборот, американцам про наши отношения с Ираном, грузинам про
русских и так далее. Это каждодневная политика, это нужно делать и нужно объяснять в рамках возможного, конечно, что мы не собираемся становиться для вас врагами, но это не означает, что мы должны изолировать себя от остального мира. Это нужно делать, да. Շնորհակալություն. Հեռանկարի տաղավարում էր քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը.